Это здание, хорошо знакомое призывникам, никогда не будет прежним. Одинцовский военный комиссариат стал пилотным объектом федерального проекта цифровой трансформации «Мой военкомат». Вы все знаете, что в июле губернатор Московской области вместе с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу подписали соглашение о цифровой интеграции, трансформации военкоматов, и мы уже как пилотный первый военкомат приступили к этой работе. Мы пытаемся создать атмосферу здесь комфорта, уюта, чтобы призывники не пугались военкоматов, а наоборот здесь получали дополнительную информацию. Здание военкомата было построено в Одинцово еще в 1975 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Масштабная реконструкция идет по графику и должна завершиться к 23 февраля. Впрочем, обновление коснется не только строения, изменится сама концепция учреждения. Многому придется, безусловно, научиться, но нет сомнения в том, что реализация нового проекта, она улучшит, скажем так, качество оказания услуг и ускорит обработку той или иной услуги. И я надеюсь на то, что граждане Одинцовского городского округа будут довольны. После инспекции ремонтных работ глава Одинцовского округа и военный комиссар сделали подрядчику ряд замечаний. В частности, строителям предстоит расширить дверные проемы и изменить планировку входной части, чтобы разделить потоки посетителей. Дмитрий Потапкин, Жанна Набок, Евгений Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».